Давно ли вы кушали манную кашу? Я ее ел достаточно давно, наверное, уже прошло полгода. Так получилось сегодня, что очень мне ее захотелось. Сам я не готовил манную кашу уже, я так думаю, лет 30. Но тем не менее, даже насыпая, как вы видите, сейчас вот я манку сыплю практически на глаз, без мерки. В итоге, забегая вперед, скажу, что манная каша получилась на славу. Итак, для тех, кто интересуется, как приготовить вкуснющую манную кашу. Берем парное козье молоко. Козье молоко, которое, в принципе, не пахнет. То есть, хорошее настоящее козье молоко, оно без запаха. Это козье молоко доводим почти до кипения. И перед тем, как оно закипело, потихонечку добавляем туда... перед этим, конечно же, добавляем мы туда сахар, немножко соли. Я добавил ванильки. И сыпем манную кашу. Манную кашу сыпем на глаз где-то, я думаю, у меня получилось полстакана. На почти пол-литра, даже пол-литра молока. Все это перемешиваем, даем закипеть, помешиваем. Когда же чувствуется, что каша готова, выключаем. Даем еще немножко постоять. По времени, собственно говоря, я вот отснял без перерывов, прям целиком, как она и есть. Сейчас, посмотрим. Да-да-да, вот как раз почти готова уже. Вот, в самом конце, когда она постоит, когда она немножко набухнет, то есть, где-то на 5, надо будет уже добавить самое главное в кашу. То в каше самое главное, правильно, кашу маслом не испортить. Берем настоящее козье масло. Правда, в моем случае оно было коровье. И наливаем сгущенки. Получается вкусненько. Сгущенку я налил только потому, что не нашел варенье. Идеально, конечно, туда бы положить вишневое варенье с вишенкой. Это было бы так классно. И так получилось, на мой взгляд, каша очень даже неплохо, при условии, что я ее действительно готовил впервые сам лет 30 назад. Приятного вам аппетита. Подписывайтесь на мой канал. Надеюсь порадовать вас еще.